Сектанты обшаривают владения О'Хары, пытаются вломиться в дом с привидениями. Они явно хотят там чем-то поживиться. Надо их опередить. Будет много крови! Thank you.
Это я. Послушай, ночью заходил Зимб, брызгая слюной, рассказывал о сектантах. Типа они травят животных какой-то дрянью. Блажь вроде называется. Знаю, когда-то он работал на тебя, но он тронулся умом со своими заговорами. Он требует, чтобы мы отказались Сидом и отпустили зверей. Мол, только так можно сорвать планы глобалистов. Мы что, дураки, упустить такую кучу денег?
помощник нужна живой. Хватит одной пули с плашью. Мы тебя поймаем. Помощник нужна. Достойна ли она? Не нам об этом судить. Грядет время очищения. Отнеси ее к воде. Взором Божьим и пройдем через его врата в сад Эдем. Подожди. Она не готова. Порочишь ритуалы, да? Нет, Иосиф. Полюби их, Иоанн. Не дай греху взять над тобой верх. Подведите его. Совершила. Тебя еще можно спасти. То, что ты оказалась здесь, не случайность. Тебя ведет воля Бога. Это его дар. Но пока неизвестно, решишь ты принять этот дар или отринуть его. Она придет к искуплению. Или врата Эдема закроются для тебя. Да, Иосиф. Ты покаешься. Сознаешься во всех грехах, даже самых мелких, самых ничтожных. Не сомневайся. Искупление для избранных. Если покаемся, прямо сразу нас ведь не тронут, да? Нет, будет хуже. Потому что покаяние без боли невозможно. Ты провозгласишь свой грех, потом пронесешь его на теле, а потом Иоанн очистит тебя. Это так прекрасно. Ах, вы твари! Thank you.
Разорвай с ними союз! И не щади их. Только держись. Если ты погибнешь, все было зря. Если бы только наши семьи не выжили. И не добраться до бункера. Чем больше похищений мы предотвратим, тем лучше. Подойди, у меня есть мысль. Мы не могли с тобой связаться, и я понял, что ты в беде. Рад, что Господь направил меня к тебе. Тебя мы вытащили, но другим тоже нужна помощь. Сектанты перевозят пленных, и Мерл среди них. Времени нет. Бери, что нужно, и выдвигаемся. Я вызову еще людей. Уверен, нам понадобится их помощь. Благотворящий бедному дает взаймы Господу. Нужно ему помочь! Нельзя оставлять мир! Вон там хорошая позиция! Я уж думал, мне конец. Спасибо. Спасибо. Думал, помощник, я не жилец. Мы отправили к тебе вертолет. Держись, пока он не прилетит. Берегись! Сигнальная ракета! Скоро они пришлют подмогу! За миномет!
мусорщики этим пользуются. Там кто-то... Ложись! Мы отправили к тебе вертолет. Держись, пока он не прилетит. Берегись! Сигнальная ракета! Секанты вызвали... У меня сердце колотится, как бешеное. Блин, помощник, ты пробралась туда и спасла наши шкуры. Кто знает, что они хотели с нами сделать? Господи. Теперь ты понимаешь, что происходит. Они забирают нас против воли. Знаю, ты ищешь своего друга, но помощь нужна не только в Фолсенде. Когда мы наберемся сил, мы освободим пленников, каждого из них. Обещаю. Они думают, что спасают нас. Я перед тобой в долгу. Мне нужно проветриться. Я вернусь.
сбросить сопротивление. Рассчитывать на мою пушку, пока сраные Анжи. Отвечайте дома грешников, спасайте тех, кто этого заслуживает, и убивайте оставших. Забирайте припасы и все, что поможет нам выжить. Да начнется жатва. Здоровая пума! Как я рад тебя видеть! Спасибо, что зачистила эту точку, помощник. Без транспорта нам бы пришлось туго. Теперь сектантам негде будет чинить свои трантайки, хоть на дорогах станет спокойнее. Это ты освободила? А здоровая мастерская. Ты бы проверила все углы, а то мало ли что. Люблю запах бензина. Мы
Мы чуть не потеряли аванпост. Спасибо. Нескольких человек никак не могут найти. Какая же потрясная игра! Эй, мне нужна помощь. Кто-нибудь? Эй, не сделаешь мне одолжение? Пишут, что горные львы отлично видят в темноте. Никто не видел мою тень. Что же ублюдки? Давай живее! У нас нет времени. Тебя знаю. Никак не могут найти. Нам всем стоит поучиться у тебя. Твою мать, вот не просто. Всех, кто не исповедуется перед Иоанном, убивают, а трупы оставляют в назидание. Это бесчеловечно. Вот и ты.